Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю именем Иисуса Христа из города Нижнего Новгорода. Благословляю всех именем Иисуса и прошу снова и снова ваших молитв о Нижнем Новгороде. В эти дни я молюсь не только о Нижнем Новгороде, но и о всем Поволжье, о духовном пробуждении народов Поволжья и призываю к этой молитве также всех верующих. Верующих разной конфессии, разной деноминации, православных, протестантов, католиков, христиан очень разных традиций, разных культур, но прославляющих имя Господа Иисуса Христа, потому что ни в ком другом нет спасения, потому что нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени, нет других спасителей, ибо един Бог, написано, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Один Иисус Христос, да, Он является Спасителем нашим. И Он является Спасителем для Нижнего Новгорода, Он является Спасителем для всех народов Поволжья, как и для всего человечества, для всей нашей истрадавшейся планеты. Господь Иисус Христос, Он умер на Голгофском кресте, взяв грехи всех нас на себя, умер за нас, чтобы мы ранами его были исцелены, умер за нас, и он воскрес, воскрес воистину из мертвых, для того, чтобы каждый из нас был оправдан, для того, чтобы верующий в Иисуса Христа имел жизнь вечную, потому что написано, возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Молимся за Нижний Новгород и за все Поволжье. Здесь множество народов проживает, разных культур, разных традиций, религий. И пусть имя Иисуса Христа воссияет в Нижнем Новгороде, пусть имя Иисуса Христа воссияет по всему Поволжью, пусть Господь прославится. Здесь множество церквей, разных конфессий. И в эти дни здесь я проводил семинар, проводил богослужение и делился Словом Господним. Я делился и Словом Божьим, делился и также своим свидетельством, делился тем, что Бог совершил в моей жизни, как из традиционного такого контр-реформатора, как из традиционалиста, простого сельского священника, Господь сделал из меня реформатора, обновленца. Как сегодня я несу Слово Божье всем народам нашей земли. Слава Господу! И молюсь о реформации православной церкви. Если вы живете в Нижнем Новгороде или в Поволжье, хотя, может быть, вы живете и даже совершенно в другом регионе или даже в другой стране, но у вас желание есть потрудиться здесь. Или вообще у вас, вы живете у себя в городе, в селе, и вы хотите потрудиться как реформатор, как обновленческий священнослужитель, то, пожалуйста, добро пожаловать в команду Божью, добро пожаловать на труд, на ниве Его, на ниве Господа нашего. И как архиепископ, как обновленческий священнослужитель, я призываю вас встать по знамена Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня мы молимся о том, чтобы по всей Руси и по всему лицу земли поднялись бы православные священнослужители нового поколения, православные священнослужители-реформаторы. И свяжите со мной обязательно. Поддерживайте служение мое реформаторское, православное, в целом обновленческое движение, молитвами, финансами. Свяжитесь, напишите мне обязательно о себе и о вашем желании. Будем вместе молиться об этом, и Бог даст, будем учиться и будем вместе трудиться. Слава Господу! Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, с любовью во Христе Иисусе из города Нижний Новгород, с Поволжья. Архиепископ Сергей Журавлев, благословляю всех вас и люблю, обнимаю во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех вас. Аминь. Мир всем.